13 работников образования получили ключи от квартир в первом арендном доме в Югре. Вместе с новоселами жилье проинспектировала и глава региона Наталья Комарова. Отметим, что первый арендный дом в Нефтеюганске построен по новым стандартам энергоэффективности. При этом квартиры полностью готовы к заселению. В них есть и мебель, и бытовая техника. Губернатор отметила, что в случае, если доходные дома будут пользоваться устойчивым спросом, то округ будет выделять на эти цели около 50 тысяч квадратных метров ежегодно. Напомню, арендный дом ввели в эксплуатацию в августе. Рассчитан он на 94 квартиры. Проект по строительству таких зданий реализует ипотечное агентство Югры. Жить в них будут работники бюджетной сферы. Ежемесячный платеж для них составит от 14 до 30 тысяч рублей в месяц. При этом муниципалитет берется компенсировать специалистам 40% стоимости аренды. Где, наверное, у вас сколько комнат? Трехкомнатные. Вы выбрали трехкомнатные. Трехкомнатные, у меня двое детей. Вас устроит размер платежей? Да. Хотелось бы поменьше. Ну, да. В ближайшие месяцы в Югре должны появиться еще два арендных дома. В начале следующего года заселят жилое здание в Ханты-Мансийске. А до конца 2014-го собираются и в Сургуте. Доходный дом в нашем городе расположен в 30-м микрорайоне. В нем около 160 квартир, почти половина студий. Средняя стоимость аренды по оценкам ипотечного агентства составит около 20 тысяч рублей плюс оплата коммунальных услуг. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.